Капланцы. Капланцы. Веточки
песня «Беларусь моя». Это мы солистка, да? Солистка Марина Малянская. Не добрался. Yeah.
сделаю так, как я считаю, что могу. Сейчас стану сзади. Откуда вы, ребята? США. Да. Скоро я там буду. Снимали вас уже на фотографии в школе? Или еще нет? Снимали. Снимали. Ну, давно снимали? Да. Ну да, я не знаю. Когда я буду вас на во днях снимать. Интересно. Если с директором договорюсь, я видео вот вам запишу. Красивая девочка. Мы знаем. Все красивее. И все, что дальше. А между прочим, вы обещали показать то, что вы снимали в прошлом году. Мы приехали в «Надежде». Где? А где? Здесь. У меня на телевизоре кинескоп плохой. Да? Если был бы цвет добрый, я бы сейчас бы впервые все бы показывал. Но вы не волнуйтесь, у меня это все есть. И раны. Вы хотели бы смотреть? Некогда, вы видите. А что, нас снимают, что ли? Вот, сколько нам дали. Можно гитару вот, так, поближе к соседней гитаре взять? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я без гитары. Да, меня покрой, ага. Да. Так. Ко мне уже. Все сюда. Да, пошли. Ну, девочки, идите. Пойдем, ты уже переоденешься. Так пошли, я ж не знаю, какие это сечки. Девочки, слушаю. Громко. Слушаем. Очень приятно. Будет петь, наверное. Слушайте, с вами. Нет, я рассказываю. Рассказывай. Вот что, хорошо. Супергруппа. А у тебя? Группа «Колокольчик». Вокально-инструментальная группа. Мечта. Мечта, да. Мечта любой девушки. Нету. Нажмите. Не мешай, пожалуйста. Выходите, ребята. Так. Далеко не расходитесь, потому что теперь вы выходите. Так, заходите. Не зевайте, не зевайте. Где вы исполняете, где хочется. Вы не расходитесь. Но не расходитесь. Сейчас будем заходить. Теперь она даст не учачи. Уша. А что мы зимробить будем? Жим. А, давай, пани братья, дотянем его до речки, без моста в воду. Нехай там рыбок покормить. Ха-ха-ха! Это ж ты ловко придумал. Доволен, значит, смеялся. Теперь мы сделаем и посмеемся, и потешимся. Thank you.
и я не видела. Да какие там шапки, если наш председатель Иван Степанович Дрезина всю зиму проходил в тюбетейке из искусственного чебурашки. Да, а про математику разговор вообще особый. Ну там алгебра, геометрия, а тригонометрия вообще мура. Синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы. Учите, детки, без этого ни инженером не станешь, ни строителем. А в жизни? Ну а в жизни-то как? Я строителем работаю, я. Дают нам проект. Там этих тангенсов, котангенсов столько, что без тангенса, если честно, не разберешь. Ну не надо, и не надо. Моя бригада строит по своей науке, на глазок. Быстро, дешево и сердито. А что сердиться-то? Чё сердиться? Ну, дает стена небольшой синус. Ну, в дверях легкий не закрывангенс. Ну, забыли поставить тот самый унитангенс. Но в целом-то жить можно? Можно. Тем более, как дом этот сдан с оценкой хорошо. Так вот, дети, не тригонометрию в школе проходить надо. Потому как дом этот комиссии сдавать. А это уж целая наука. Мы ее превзошли. Дают нам проект. Там этих тангенсов, котангенсов. Ну вот. А комиссии же этот дом сдавать, правда? Комиссии. А у нас уже... Мы уже научились, как это делать. Приходят эти пифагоры, у нас уже все готово. Окна, двери, на запор, чтоб никто не видел. Прямоугольник белой скатертью накрыт. Ну все как полагается. И синус, и закусинус. Через полчаса этих пифагоров не узнать. Глаза синусы, лица косинусы и акт приемки в кармане. Да, мужики, да, много ненужных предметов у нас в школе преподают. Но самое смешное то, что нас нашим же языком мучают. Куда какое слово вставить? Как в это же слово ударение поставить? Ну не там я его ставлю, не там. Ну не знаю я, не знаю, почему Анна Каренина под электричку попала. Что это этого? Живу хуже, что ли?